Всем привет, дамы и господа, с вами Андрей Поминов, это канал «Авто без забот», и вот сейчас мы находимся в супер-мега-интересном детейлинге, то есть в нашем детейлинге, но немножечко в прошлом этого детейлинга. Дело в том, что прямо сейчас мы производим ремонт по нашей основной локации, это 5-й Донской проезд 19, вы многие здесь были и, уверен, остались довольны качеством услуг, и сейчас мы расширяемся, то есть это огромное помещение, где мы сейчас делаем ремонт, поэтому выглядит именно все так. Сейчас я вам покажу кадры, как это все было, и расскажу, что сейчас мы имеем. Итак, и сейчас мы находимся уже здесь. Это самый разгар ремонта. Уже придумали весь дизайн, все продумали, построили необходимые стены. Сейчас производим все необходимые работы по отделке, переносим трубы, проводим электричество, системы безопасности, делаем очень-очень крутой лофт. Вот здесь можете посмотреть. Это вот будет такая клиентская зона, очень-очень красивая и очень продуманные. Не хочу открывать все карты сразу, но вот это здесь у нас сток, и это будет очень креативное решение по поводу пола, по поводу стока. Такого вы ни в одном детейлинге не увидите. Кстати, у нас, в принципе, детейлинг отличается от всех и вся по одной простой причине, потому что все детейлинги, которые я видел, и вдохновиться даже толком нечем, если честно, надеюсь, никого не обидел этой фразой, но дизайн у всех, ну, как правило, один, то есть это просто какой-то бокс, просто чисто логотип, все у нас не так. Те, кто у нас были, они знают, что наши детейлинги, они очень-очень умные. Наши лаборатории по улучшению и защите автомобилей выглядят невероятно продуманными до мелочей. То есть важно не только создать какую-то красивую клиентскую зону для клиентов, нет. Наши клиенты от самых дешевых автомобилей до самых дорогих, которые стоят там не 1 миллион долларов, они должны получать максимальное качество услуг. Мы здесь, чтобы защищать и улучшать и сохранять ваши автомобили. А значит, нам нужно, чтобы наши лаборатории были еще оснащены правильно, чтобы все материалы, чтобы ничего не сыпалось, чтобы нигде там песок в воздух не подсасывался и так далее. То есть нам важно, чтобы помещения были еще и функциональными. У нас будет очень много света. Посмотрите, сколько света сейчас здесь, сколько света здесь было. Здесь была обычная мойка раньше, или даже ее не было. В итоге такое простое производственное помещение. Вот. И сколько света у нас в наших студиях, где вы уже наверняка были, а если не были, то все ссылки в описании, обязательно записывайтесь на все услуги, и вы увидите, сколько света будет здесь. Важно, это свет не для того, чтобы там вау, как много света и красивые фотографии. Нет, на самом деле от такого количества света бывает даже сложно пилить красивый контент, вот, потому что его много, и оптика фотоаппаратов, там, телефонов и так далее не всегда хорошо срабатывает. Вот. И это не клиентская, точнее, и это не зона выдачи автомобиля в дилерском центре, где приглушенный свет и ничего вообще не видно. Кто смотрит наши ролики постоянно, тот знает, о чем я говорю. Нет, здесь максимальная функциональность, лаборатория чистоты, улучшения и защиты, чтобы все мельчайшие детали и подробности каждого автомобиля можно было увидеть, чтобы пленочку положить можно было, ну, просто максимально хорошо. Тихо, тихо. Чё ты завёлся, видео? Чтобы все было именно для вас, чтобы работало, функционировало и радовало.
Но у нас здесь будет еще и очень уютно, креативно, и мы обо всем покажем. А сейчас просто небольшие кадры, как происходит работа. Это всего лишь первая часть, такой старт проекта. Мы расширяемся, потому что вы нам доверяете. И продолжаете доверять уже многие-многие годы, поэтому можем расширяться. Спасибо вам и пока!